в ходе форума мусульманских улемов Евразии в Астане спикер Сената. По мнению Касым-Жомарта Токаева, именно наша страна может дать всему миру достойный пример построения общества на принципах прогресса, мира и справедливости. Токаев подчеркнул, что сегодня перед мусульманской наукой стоит задача обновления подходов к ключевым вопросам вероучения и права, избавления от догматизма, радикализма и тем более экстремизма в любых их проявлениях. Уверен, что форум улемов Евразии станет началом открытого диалога между мусульманами всех стран в целях возрождения гуманистических традиций ислама и объединения многомиллионной уммы против радикализма, экстремизма и других негативных явлений. Мы хотим иметь просвещенные